Глубина такой скважины порядка 5 метров. Для того, чтобы ее сделать, необходим специальный бур для скальной породы. Сейчас рабочие готовят остальные аварийные участки к бетонированию. На их армирование ушло более 1,5 километров арматуры. Два участка уже готовы. Здесь сотрудники ремстроя приступили к укладке тротуарной плитки. Старая плитка была снята, вычищена. И вот первый карман, 42 квадратных метра, начали укладку. Впереди еще 4 кармана. Ну, квадратура кармана вся разная. Еще одна бригада работает в 12-м микрорайоне. Здесь, возле городской библиотеки, также идет восстановление пешеходной зоны. Всего строители восстановят порядка 30 метров тротуара. Ремонтные работы начались возле дома на Чехова 2. В рамках проекта формирования комфортной городской среды здесь приступили к укладке резинового покрытия на детской игровой площадке. Работы ведутся на площади более 300 квадратных метров. Крошка смешивается с клеем и особым красителем. После укладки материал необходимо обработать специальным валиком, который нагрет до температуры 120 градусов. Толщина покрытия 1 сантиметр. Как говорят рабочие, такой резиновый настил может прослужить без ремонта не менее 10 лет. Клей очень мощный. Ее не сдерешь вообще при большом желании. Во-вторых, для детей это безопасно. Не поцарапаются когда при падении, ничего. Ну, отличная штука, я вам что могу сказать. Работы по укладке резинового покрытия продлятся несколько дней. Комфортная температура для проведения таких работ 15 градусов, поэтому материал затвердевает медленнее. Все работы на этом участке планируется завершить к концу недели. Руслан Душевский, Анапа, регион.